На календарі січня за вікном справжня осінь, похмуре небо, плющі та рясний дощ. Деякі вулиці особливо потерпають від негоди, як то Армійська. Тут проїжджу частину тече дощова ріка. Автомобілі рясно обдають водою перехожих з ніг до голови. Та й самі тротуари подекуди підтоплені. Місцеві мешканці кажуть, що тут бувало значно гірше. Чому причина, лише здогадуються. Відповідальні служби на звернення містян адекватно не реагують. Часто вот затапливает так Армейском? Да, часто. Это большая проблема с тех пор, как я учусь еще в политехе. То есть добираться в политех нужно по-любому пробираться через эту улицу. А я живу в общежитии. Поэтому, да, буквально каждый раз, когда дождь. Скажите, а часто вот такая ситуация на Армейской во время дождя? Да, постоянно. Да? Да, летом на матрасах люди плавают. Никаких нет водоотводов. Или если нет, то они забиты. То есть обслуживание не производится 100%. Ужасно. Вот видите, вот здесь вот затоплено, вот у нас там гараж, один раз был такой потоп, что вообще вот по стекла, все, люди ремонтировали машины, вот там вот гаражи, это кошмар. Это вот здесь вот закрыли что-то, понимаете, и, ну, канализацию или, вы поняли меня, да, и вода вот чуть-чуть, дождик, это же небольшой дождь, уже вот такая катастрофа. Обращались вроде к депутатам, насколько я знаю, и вот в местное... Может быть, да, вот пока ничего.